Всем привет, ребята, с вами я, Марат, и сегодня мы продолжим играть в такую игрушку, которая называется World Soccer Challenge. Поехали. И первый наш матч против сборной Австралии. Посмотрим рекламу и вернемся. Вот мы посмотрели рекламу. Австралия против сборной России, поехали. Выберем атакующий футбол. И сразу же у нас момент. Вот передача на Обольского. Обольский забьет ли или нет. Обольский забивает гол. В принципе, я не удивлен. И момент у сборной Австралии заканчивается тоже голом, к сожалению. Наши ворота. Снова у нас момент, забьем мы или нет здесь. Величенко у мяча. Идет на фланг. Будет ли подавать? Подает Обольскому. Обольский не завершает, вратарь спасает. Снова у нас момент. Пока нет, Аздоев идет на фланг. Будет подавать Обольский. Забьет ли он здесь? Ай, штанга. Еще вратарь спас. На штангу перевел. И снова у нас момент. Не Миранчук. Издали забивает красивенький. И снова у Австралии момент. Но наш вратарь тащит. Тем временем 2-1. Второй тайм. Можно обороняться. Австралия выходит на ворота, забьет, не забьет? Нет, не забивает, вратарь мой тащит. Австралия. Ой-ой-ой-ой-ой. Красивенько в крестовину попал. Снова момент у Австралии. Забьет ли она в этой атаке? И, к сожалению, это второй гол. Давайте перейдем в атаку. Австралия снова нападает. Забьет ли здесь? Нет, промахивается. Снова Австралия. И снова мой голкипер на месте. 2-1. Ну, а тем временем наша сборная как-то не очень себя проявляет. Ну, давайте посмотрим лучших бомбардиров. Это Назар. Самый лучший бомбардир. Россия против Хорватии. Поехали. Атакующий футбол давайте покажем. Но это, к сожалению, приводит к атаке в наши ворота. Забьет ли здесь? Забивает. Игру сборной Хорватии. В наши ворота. Снова момент у Хорватии. Но промах. И момент у нас. Мирончук. Забьет ли он здесь? Отдает передачу на Обольского. Обольский. Ну же, Обольский. Забьешь ли ты здесь? И Обольский забивает гол. Повторюсь, я ни в коем разе не удивлен. Хороший футболист может себе это позволить. Но нет. Тем временем Хорватия забивает гол в наши ворота, к сожалению. Можем ли мы отыграться? Пока что 1-2. Не в нашу пользу. Снова игру Хорватии. Идет, атакует, но вратарь на месте. На этот раз вратарь на месте. Хорватия снова атакует, но промах. И сборная России. Забьет, не забьет здесь. Не забивает. Рикошетит к Обольскому. Дает пас на Миранчуку. Миранчук. Обольский забивает гол. Миранчук ударил. Вратарь скинул на ноги Обольскому. Обольский забил. И вот так это и произошло. А тем временем момент у сборной Хорватии оканчивается неудачей. Как я и говорил, все окончилось неудачей. Теперь наш момент.
Асламагомед Асдоев забивает крученый гол. Красиво, и мы вырвались вперед. 3-2, между прочим. Сможет ли Хорватия сделать ничью? Не получается у нее в этой атаке сделать ничью. Тем временем момент у нас. Головин. Может ли он здесь забить? Нет, он дает пас на Ильюченко. И Ильюченко промахивается, к сожалению. Попадает во вратаря. На счет 3-2 мы не расстраиваемся. Вполне хороший для нас счет. Выиграли целую сборную Хорватии. А мы переходим к следующему матчу. Он будет с Сенегалом. Выиграем мы здесь или проиграем, или вообще сыграем ничью. Пока сделаем оборонительную тактику. Вот Сенегал идет в атаку. Они хорошо пасуются между собой, но это приводит к промаху. Ожидаем углевой момент. Пока просто хотим дать счет, затем в атаку. Это дает свои плоды, а Больский... Ай, промахивается в метре от ворот. Могло все здесь хорошо получиться, между прочим. Но момент у Сенегала. В руки вратарю попадает мяч. Момент у Сенегала. И вратарь, как красиво тащит пенальти. Снова момент у Сенегала. Ничего себе. Забью или не забью здесь. А пас момент, к сожалению, это приводит к голу в наши ворота. 1-0. Можем ли мы здесь отыграться? А пас момент. Яранчук. Пас или пас? Дает пас на Ильюченко. Ильюченко забивает гол. Момент у Сенегала. Заканчивается отбором наших игроков. Пока 1-1. У нас момент. Сможем ли мы выиграть? Головин дает пас на Миранчука. Миранчук дает пас на Магомеда Асдоева. Магомед Асдоев. Ищет удобную позицию для паса. Делает навес. Обольский. И вратарь тащит из девятки. Тем временем ничья. 1-1 с Сенегалом. Мне кажется, это довольно грустный результат. Все-таки Сенегал — это не такая сильная сборная, как я считаю, чтобы играть в ничью. Ну, давайте играть дальше. Группа F. Положение в итоговой таблице. Мы на втором месте. И в 1/16 чемпионата. Играем против Франции. Давайте оборонительный футбол. Артем Дзюба дает пас на Миранчука. Миранчук бьет, но не получается у него забить. Тем временем сборная Франции играет в пас. Забьет ли она здесь? Пасуются. Пасуются. И опасный момент приводит к сейву. А тем временем момент у Франции. Сможет ли она его использовать? И да, Карим Бенцема забивает гол. Я в принципе не удивлен. Момент у нас. Сборная России. Сможем ли мы здесь забить? Давай. И вратарь тащит. Ну и на этом первый тайм закончен. Счет 1-0. Пойдем к атакующему футболу. Но
Франция атакует, попадает в штангу. И на этом все. Сможем ли мы забить, выровнять, или Франция забьет второй гол? К моменту Франции, не она забивает в наши ворота. 2-0. Сможем ли мы здесь отыграться, сделаем ли мы камбэк? Будет очень интересно. А тем временем момент снова сборной Франции, может быть 3-0. Тем временем Гризман у мяча, и он теряет мяч. Тащит мой вратарь, делает сейф. Тем временем у нас момент, может мы забьем. Давай, Обольский, дай пас. И нет, вратарь сборной Франции тащит. Но у нас еще один момент. И мы забиваем гол престижа. Забивает его Миранчук. 2-1. Не так грустно проиграть сборной Франции. Такой сборной, которая в чемпионате мира заняла второе место, серебро. Тем более, у которой Мбаппе лучший бомбардир. Голевые моменты 5 против 4. Удары створ 2 против 2. И владение мячом 52% против 38%. 2-1. У них забил Карим Бензема. У нас Миранчук. У них Муса Диаби. Вы не выигрываете чемпионат мира. Задача не выполнена. Ну вот и все. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Спасибо всем тем, кто за меня болел. Кто думал, что я выиграю чемпионат мира за сборную России. Всем хорошего настроения. Мирного неба над головой. Всем удачи и всем пока.